друзья, приветствую вас на канале Мамина Пекарня. И сегодня мы с вами консервируем помидоры и мелкий лук с ароматным базиликом и в медовой заливке. Помидоры помыли, лук начистили. На плите закипает вода и банки стерилизуются в духовке. У каждого помидора в месте крепления плодоножки необходимо зубочисткой сделать прокол. Так у нас больше вероятности, что шкура останется целой и не треснет от кипятка. В стерилизованные горячие банки на дно выкладываем лучок. Количество лука и помидоры можно изменять на свой вкус. Я очень люблю маринованный лук, поэтому у меня его будет много. Затем выкладываем несколько листиков свежего базилика. И плотно набиваем банку помидорами. Заполненные банки полностью заливаем кипятком. Оставшиеся луковички я разрезала напополам и заполнила свободное пространство. Оставим в кипятке на 15 минут. В течение 15 минут воду сливаем. Она уже остыла. Кстати, можно для маринада закипятить снова эту же воду, только воспользуйтесь мерным стаканом, потому что все ингредиенты мы будем закладывать на 1 литр. На каждый литр воды добавляем 1 столовую ложку соли, 3 столовые ложки сахара, 1 литр. В качестве консерванта будет выступать лимонная кислота, на каждый литр 1 чайная ложка без горки и 1 столовая ложка душистого меда на каждый литр воды. Добавьте в каждую банку несколько горошин душистого перца и по пол чайной ложечки зерен кориандра. Как только маринад закипел, залейте банку до самых краев. И сразу же под ключ стерилизованной крышкой. У меня все готово, и я вас уверяю, что результат будет потрясающим. Первый год я даже пожалела, что так мало закрутила помидор с медом и с луком. Всего вам доброго, до новых встреч, друзья!